Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, мы с тобой находимся в бронзовой лиге. Как ты видишь, ранг у нас 9. И пока я буду играть за разгрома. Но я тебе скажу честно, за кадром играл 10 боев. Из этих 10 боев я выиграл 1. Невероятно просто-напросто. Сегодня какой-то день разбора полетов. И причем все это не в мою сторону идет. Какие-то сегодня редкие герои у меня. Смотри-ка, опять морковка тут вышла. До этого была зубостезила, потом там еще кто-то был. Смотри, что творят, а? Ну ты смотри. Явно сегодня не мой день, друзья. Явно. Так, ну что, будем с тобой выставлять, наверное, нашего сумоиста. Поставим сюда его. Если что, успеем перетянуть и уничтожить этот маленький желудь. Ну, почему-то я сомневаюсь. Сейчас он кого-то сюда поставит. Либо уничтожит надгробие. Опачки, что это там он делает? Так, вытянул карту. И все, что ли? Так, иди сюда, малыш. Надо с тобой разобраться тут. По-человечески. Так, убрали, короче. 3-3. Так, у нас есть валун. Давай, наверное, с тобой поставим. Вот сюда зомби. Опачки. Смотри, что творит. 3-5. Ну, тут ничего, ребят, не поделаешь. Тут придется всхлопотать. Так, минус сумоист. Он получил в лицо. Так, 4-4. Что нам сделать? Мы можем с тобой сделать эволюцию, в принципе, да? Но я думаю, что нам этого не надо пока делать. Давай потерпим маленечко. Посмотрим, что он там будет выставлять сейчас. У нас есть... Ага. Заморозка, да, значит, у тебя парень? Заморозка, это хорошо. Мы его раздаем, естественно. Так, и сделаем, наверное, вот такую штуку сюда. Окей. Так, ну что, давай-ка сделаем вот так с тобой. Хочу просто посмотреть на его реакцию. Что он будет делать? Меняет на шипы. Окей, плюс еще кактус. Мы можем с тобой что сделать? Да ничего пока. Окей, подбили. Кактус, кактус выделывается. Есть челюсти, но я, наверное, сделаю... Вот так. Хочу посмотреть, сможет ли он мне уничтожить фараона. Да, скорее всего, сможет. Есть у него что-нибудь в закромах. Или же он будет уничтожать вот этого зомби. Сейчас посмотрим. Ну, пока по здоровью я проигрываю. Опа. Вот это для меня плохо, друзья мои. Так, мы его уничтожим с тобой с помощью челюсти. Это, в принципе, не вопрос. Ага. Я сделаю, наверное, вот так. Давай-ка смотреть, что он тут будет сейчас предпринимать. Ему, естественно, надо будет уничтожить, да? Захочется ему бомбануть. Смотри, что творит, а? Что он вытворяет? Заморозка зомби. Да пускай тратит, мне в принципе не жалко, если честно. Этого мы убираем. Окей. Так, а здесь что мы сделаем с тобой? Наверное, пока ничего. Так. Хоба. Зашибись. Пока все, друзья мои, терпимо. Спортсмен. Прокачались наши карты. Это уже радует. Давай еще прокачаем маленечко. Вообще шикарненько. Так, мы можем с тобой... Ну, пока ничего не буду делать. 5 энергии у нас с тобой есть. Мы можем прокачать нашего динозаврика с помощью вот этого вот. Сейчас посмотрим, что он будет вытворять. Сейчас мы посмотрим. Ага. 4 или больше. То есть вот этого только фараона он мне убьет.
Молодец, красавчик, что я могу тебе сказать еще? Ну что, давай прокачаем, наверное, да? Поехали. Так, 4 в лицо. Прокачиваемся дальше. Замечательно. Так, что мы с тобой затеем? Давай, наверное, сделаем вот так вот. Надо было амфибию поставить на воду. Скорее всего, да? Заморозочка. Ну все, парень, я тебе скажу одно. Ты лишился всех своих карт. У тебя всего 2 карты. Пш, крокодильчика еще этого никчемного. Так, ну что же, поехали. Ай-яй-яй, точно, у него же, ребята, сейчас... Что он там вытянул себе? Что за карта? Шаманство 2 приемов. Ну тебе, гаденыш, повезло, так скажем. Вытянул, да, все-таки на дорожку 2 карты. Так, хорошо. Зато мои карты еще прокачаются, как ты понимаешь, да? Опачки. Ну и здесь я сделаю, наверное, вот таким вот образом. Хлоп. Блин, в плане, я думал, что он не сработает. Но я, ребята, ошибся. И сделаем тогда вот так вот. Блин, вот это я лопухнул сейчас, а? Крокодильчик, друзья мои, сработал. Так, ну что, у него остается 10 хп. Все, я понял. Он сдался. К счастью или к огорчению, я не знаю, ребята. Но это моя первая победа за долгое время. Ты не поверишь, но это правда. Так, ну что же, давай дальше попробуем с тобой все-таки набить сегодня 10-й, а может быть 11-й ранг. До сих пор, друзья мои, я не понимаю, в чем проблема. Вы не отмечаете, как бы вы есть у меня в друзьях, но до сих пор все в офлайне. Как с этим бороться, как исправить, я не знаю, ребят, напишите. Может быть, кто-то знает, как можно, ну, исправить эту ошибку. Может быть, у нас... Я не знаю, какие-то там версии не совпадают или еще что-нибудь. Но это бред на самом деле, версии не совпадают. Как бы я тогда играл бы здесь, да? О, ну, в принципе, друзья мои, есть челюсть, есть серфер, да? Вот эту вот заклинашку я уже подумаю, ребята, чтобы заменить. Она выпадает всегда не вовремя. Да и толку от нее на самом деле не очень много. А стоит, как ты видишь, 3 энергии. Так, ну что там, вспышка на солнце что-то затевает. А вот что? 4-й ранг. Ну это, ребят, ни о чем не говорит. Опа. Ты понял? Ты понял, что он делает? Вот так вот. Это чтобы поменьше нам урона прилетело. Шикарненько. Так, выставляем с тобой. Наверное, я вот так сделаю. Давай, карту за 0, за 0, за... О, спасибо. Вот это меня уже радует. То есть повреждения мы с тобой не получим. А мне кажется, он хочет сыграть на грибных спорах. Да-да, есть такая колода. Именно за вспышку будет выставлять гриб в плане. Нет, я тут немножко ошибся, ребята. Ну что же. Ладно. Ладно, предположим. Так, давай-ка я, наверное, сделаю вот так. У меня есть, ребята, черная дыра, да? Где мы можем с тобой понизить атаку до 1. Смотри, что творит, а? Так, все зомби на земле получают -1, -1, да? Уничтожает меня. Я понял тебя. Ну, это ты радуешься, конечно, зря, парень. А раньше времени. Так, поехали. Урон он мне не нанесет, потому что у меня здесь стражник. Все, в холостую, так сказать, ты выстрелил. Привидение у нас с тобой тут есть. Шикарненько. Давай смотреть. Что-то у меня, конечно, какие-то карты здесь. Защитник, привидение, зомби уже уязвимый. Так, а он, видишь, что достал? Угу. И подсолнух. Вот этого я убрать уже не смогу, верно? Верно. А вот этих вот вполне. Нормуль? Нормуль. Продолжаем. Так, что там у тебя? Наверняка у него, ребята, удар солнечный. И он не может подбить зомби.
плюс 1 единица энергии будет. Да? А, нет, вот что он делает. Но все равно неприятно, согласись. Пока ты был верен мне, но ты погиб. Так, ну что, абрикосик, ты думаешь, ты здесь надолго? Я сомневаюсь в этом. Так, и у нас есть с тобой безумие, да? Опачки, выставил еще одного. Гриб, иди сюда. Безумие, зачем оно мне, а? Ребят, я не знаю, оно мне не нужно в данный момент. Так, 10 хп у него остается. Что мне сделать? Блин, энергии тут нахапало, а? А если я сделаю вот так вот? Потом я хочу сделать защиту. Главное, чтобы он мне его не уничтожил. Потом мы тогда пробьем с тобой целый ряд. Ну, ты понимаешь, да, к чему я? Мы с тобой ставим... вот так он решил. Слушай, это хорошо, что он именно так сделал. А вот это плохо. Так, поехали. Он, наверное, расстроился сейчас. Трындец как. Поехали. Мы с тобой в 3 в лицо получаем. А мы бас уничтожили. Тыц, и еще 4 в харю. На тебе. А вот теперь у него солнечный удар. Он будет, наверное, уничтожать моего привидения. Верно? А, нет, нет. 2 шампиньона у него. 1 сейчас. 0 атаки, да? Окей. Так, ну что, мы с тобой дальше делаем вот таким вот образом. Раз. И 2. Понеслась. Он немножко в недоумении, да? Но у него, наверное, есть грибочек, я так понимаю. Который делает... Нет, он... Так, стебелек, ты вот сюда не хочешь прилететь? Нет, не хочет, понятно. Так, мы можем с тобой сделать безумие. И я сделаю его. Ну что, понеслась? Так. Отлично. Шваркнули. Еще разок. И добивочный. Фу, кажется, дела мои пошли в гору. Потихоньку, потихоньку, но мы начинаем выигрывать. Это классно. И я добрался до... До десятого ранга, ребята. Так, 15 гемов. Воу, соточку еще сверху. Спасибо большое. Ну что ж, давай еще боючек сделаем. Мне понравилось. Так, 10 ранг. Серебряная уже, ребята, серебряная лига. Кого там дали мне? Тадама или Табама? Угу. Слушай, ну в принципе, давай, наверное, мы с тобой вот здесь вот поменяем. И вот этого. А, была не была. Попробуем. Так, тень зеленая не стала делать, да? Свою горошину выстреливать. И это очень мудро, на самом деле. Ход зомби. Мне пока нечего сделать, опять же. Смотрим, что он будет делать. Ага. Он вызвал Бонг Чуя. Мне, к сожалению, ребята, ничего не сделать. Как бы я ни старался. Ну, 3 в лицо он мне прописал, конечно. Что ж поделаешь. Так... Давай сделаем вот таким вот образом. О, спасибо вам большое. Поставим его вот сюда. Ах ты, ах ты, ах ты, жучара. То есть он хочет меня заморозить, да? Карта опять же на заморозках, друзья мои. Понимаешь, да, о чем я? 3-4, 3-4. И радостный такой, да? И радостный такой. А ну-ка, давай вот так вот мы сделаем. Хочу полюбоваться, будет замораживать или нет? Да, конечно, будет. Ха-ха, видишь, что это творит? Так, прокачивает. Хорошо, что он его прокачивает. Мне бы сейчас, честно говоря, не помешал бы, знаешь, кто?
с эволюцией. Чувачок, который может уничтожить любого. Слушай, а почему он сюда не переместился, а? Вот этот цветок, скажи-ка мне на милость. Так. Ну-ка, давай еще разочек с тобой так сделаем. Что он на этот раз будет замораживать? О, явился, не запылился. Так, заморозочка, понятно, кто бы сомневался. Еще заморозочка, давай, трать. Все на этом? Все, да? Окей. Мы уничтожим с тобой, наверное, вот это вот для начала. Так, двигаемся далее. Бомбит. Так, что же дальше мы с тобой сделаем? Вот так вот, наверное. У него есть чувак, который замораживает надгробие. Оу, а вот это плохо. Пенек. Пенек убираем. Окей. Так, друзья мои, что мы с тобой сделаем? Ну, давай вот так вот хотя бы, для начала, ребят. Другого варианта все равно пока нету. Так, уничтожим пень с тобой. Так, так. У него 100% есть заморозка. Вот как пить дать, я тебе говорю, что у него есть заморозка. Давай вот так вот сделаем. Фиг ли тебе надо? Вот что ты творишь, да, гаденыш? Окей. Так, пока мы с тобой... Да ничего не будем делать. Вот единственное, что он тут вытягивает карты, вот это меня раздражает. Как бы мне этого ханорика-то уничтожить, а? Через медика? Ну, давай через медика попробуем. Вытягивает две карты. Ищет, друзья мои, он ищет заморозку. Поверь мне. И он ее нашел, упырь, а? И он ее нашел. Так, ну здесь надо нам лечиться с тобой. Пока не поздно. Так, ну зато мы этого уничтожим. Секунду. Пошел отсюда прочь. Огурец хренов. Так. Блин, а что дальше-то делать? Зомбобот у нас с тобой появился. А ну-ка, давай-ка так сделаем. И вот так. Зомбобот, друзья мои, пойдет у меня в самый последний бой. Смотри, что он делает. Ты думаешь, это неспроста? Конечно, нет. Начинается заморозки. Да, прокачка. Вот здесь, ну, нам с тобой зомбобот и понадобится. Да. Именно на это и было рассчитано. Вытягивает карты постоянно, да? Так, ну что, ребят, рискуем. Я знаю, что у него подсинников не должно быть. Я в это свято верю. Поехали. Есть у него 100% заморозки. Наверняка. Давай смотреть. Так, любую карту, которую он поставит, она перелетит вот сюда. То есть зомбобот может просто сделать один удар и разнести в хлам. Если, конечно, не сработает защита. Она может сработать. Смотри, что творит, а? Неужели у тебя еще есть заморозка? Блин, хиляться будет, да? Ладно, давай уничтожать. Это мы с тобой прибережем пока. Все? Оу. Слушай-ка. Пока ничего не будем делать. Заморозка зомби. Ага. Ох ты, кто у него есть? Ты посмотри, кто у него здесь есть, а?
пока никак не могу, ребята, сделать, среагировать на это, к сожалению. Ну, сейчас, подожди, перетерпим, лишь бы мне... Вот, уже лучше, ребята, уже лучше намного. Потому что мы с тобой сделаем следующим образом. Так. Уничтожаем этого гвадолупщика. Поехали. У него еще один есть, да? Ты смотри, что творит. Еще и карту вытянул, а? 5 в лицо. Я не знаю, ребята, сможем ли мы с вами защититься как-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй, не хватит, скорее всего, нам, да, с вами продержаться. Жаль. Жаль. Два защитника, прикинь, в конце у него два защитника было. Ну что ж поделаешь. И у меня, главное, именно в конце тоже выпали два чувака с эволюцией, да? Жалко, что не на кого было их поставить. А так бы, да, разбомбили бы. Ладно, фиг с ним. Дойдем с тобой все равно до 10-й. Ой, до 11-й, а может быть даже до 12-го ранга. Ну где противники? Давай быстрее, у меня уже руки чешутся. Я, как говорится, в самый раш зашел. Вот такое бывает, ребята. Ждешь, ждешь и не дождешься. Так, друзья мои, мы с вами нашли. И это 33-го ранга. Опять же, роза. Да что ж такое-то? Роза так роза. Ух, тихо, давай-ка мы. Вот. Вот это уже я понимаю, ребята. Игра, как говорится, идет к нам навстречу. У нас есть зомби-охотник. Давай-ка вот так начнем. Возможно, у него есть ландшафт. С этим спорить я не буду. Давай посмотрим, что он сейчас будет делать. Эх, роза, роза, розочка. Ничего она не стала делать. Получает за это 2 в лицо. Так, ну что, вызываем с тобой охотника. Сейчас в козла превратит. Вот чувствую просто. Но нет. Да ладно. Прохилять решила, что ли, а? Ты посмотри. Так, ну что мы с тобой тогда сделаем? Блин, уничтожить, что ли, его? Или здесь лучше прокачать? Нет, наверное, все-таки уничтожим. Вот так вот. 2 в лицо я хочу ему прописать. На тебе. Так, йети. Хотя мы можем сделать с тобой вот так вот. Мы можем с тобой сделать так. У меня что-то с картами проблема. Всего лишь 3 карты. Ох ты, меняет. Меняет, прикинь. Угу, 6-4. То есть мы с тобой еще выживем, да? Не выживем, мы не шиша. Он меня сейчас подобьет, к сожалению. Так, и восстанавливает себе здоровье. Че, меняем? Ребята, ландшафта ему, скорее всего, да? Вопрос как? Поставим сюда йети. Ага. Окей. На хилочках, значит, да, решил отыграться, парнишка. А вот это плохо. А вот это плохо. Заморозку еще делает. Ну, жук, вот достал, а. Смотри, что делает. Так. На хилочках, да, гаденыш. Ладно. Сейчас мы, ребят, поменяем здесь ему ландшафтик. Ландшафтик поменяем. Так, ставим сюда. И пропускаем пока ход. Я думаю, что там? Вот как раз, ребят, как раз мы вот здесь вот заменяем. Да-да, вот здесь вот мы с тобой заменяем. Поехали. Так, шикарненько. Здесь у нас привидение. Так, я думаю, мы, наверное, с тобой сделаем, знаешь что? Ну, давай вот так вот, наверное, бомбанем. Опа. И сделаем вот так.
Блин, конечно, надо было вот здесь вот, блин, подставить вот наш ландшафт. Чё-то я про это совсем не подумал. Ладно, давай смотреть. Грипп вызвал, да? Это плохо, что он вызвал этот грипп. Так, что там у тебя выпало? Я не знаю, ребят, превратить в козла? А нужно ли ему это? Фараончик. Фараончик — это хорошо. Поставим его сюда. То есть наше здоровье не уменьшится, да? Хотя нет, хотя уже все, ребят, уменьшится, потому что он выслал. Ты посмотри, нахапал одних легендарок, а? Так, это вторая. Второй проигрыш кряду. На каких-то вшивых этих хилочках отыгрался, прикинь. Это пока у нас с тобой 10-й ранг. У нас ничего, ребята, не уменьшается. Мы можем только идти на повышение. А дальше все будет совсем по-другому. Так, противника мы с тобой быстро нашли. Блин, ночной колпак. Я говорю, сегодня что-то как-то странно все происходит. Что-то вообще не то, ребята. Вот не дают мне нормальных карт для первого хода. Но есть противные зомби, я не спорю. Есть зомби с неуязвимкой. Ты видишь, что он делает? Я почему-то даже не сомневался, что он так сделает. Просто нечего поставить, понимаешь? Просто нечего поставить, нету. Ты запарил, эй! Фига он нахапал грибов этих. Так, неужели у него все на пробивашках будут, а? Ладно, давай уберем одного. Так, на следующий ход нам что? Поставить только если... Ну да, можем. А можем замутить вот так. К примеру. Угу. Поставил сюда, молодец. Че, прокачка? Так, я не знаю, тут... Давай вот этого уберем, что ли, сюда. И сердечко. Так, друзья мои, получаем. Этого мы с тобой их уничтожаем. 4 в лицо, да? 4 в лицо. Ну, теперь наша очередь с вами тут веселиться. Поехали. Ну и что ты скажешь на это, колпак, а? Да нет, нет, парень, это тебе уже не поможет. Это тебе уже все. Рикошет делает. Давай сумоиста убирай. Вот, спасибо тебе большое. Ой! Ты-то откуда еще взялся-то, а? Откуда ты взялся? Мелкий, объясни ко мне. Так, окей. Ну что, друзья мои, сумоист, да? Или же... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Ой, напугал, ёпарсете. Ну и чё? 6-1, молодец, красавчик. Ну, поговорим? Получи, гаденыш. Тебе так же. Так, ну уничтожит он мне, конечно, спортсмена, я не спорю. Но карта у тебя, парнишка, все не осталось, как я погляжу. Давай-ка я сюда поставлю фараончика, а? Что ты на это скажешь, братюня? Смотри, что творит, а? Вы что творит? Да нет, все, ребята, ему крышка здесь. Ну, не в этот ход, конечно, в следующий. Но крышка однозначно. Все, да упендрился, да? Так, фараон, что мы дальше с тобой делаем? Ну, давай, поехали. Будем выставлять спортсменов. Отлично. Шикарно, ребята. Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. У него одна карта есть. Что за карта? Ну, я не знаю, ребята, имеет 10-й ранг. И он сыграть захотел чисто на грибах. Но мне кажется, не та тактика у него была.
Что он там делает? Ядовитый гриб вызывает, наверное, скорее всего, да? А, размещает двух шампиньонов. Как хочешь, ребята. Он размещает двух шампиньонов. Так, серфер, иди на воду. Ну и что? Бред. Друзья мои, это просто бред. Давай берем. Так, 4 в лицо, здесь всех остальных уничтожаем, да? И плюс еще 4 в лицо мы зарядим. И остается у ночного колпака 4 хп, ребят. Мне даже поставить нечего и некого. Противник сдался. Ну, это ежу, понятно. Ты сам видел, да? Колода вообще ни о чем. Как он с помощью нее дошел до 10 ранга, я не знаю. А может быть, просто не повезло. Ну что, давай тогда пробуем еще, ребята. Нам нужно с тобой сегодня до 11 ранга дойти. А лучше до 12, а лучше до 15. Можно сидеть здесь до посинения, если честно. Так, Цитрон против нас. Твою ж налево, блин, ну и выпали мне карты, а. Так, эволюция, это хорошо. Я вот не знаю, вот насчет вот этой тоже маленько начинаю сомневаться. Как-то она не заходит. Опа. Опа, пули, это ты к чему, парень? Это ты к чему, интересно, а? Сразу на воду, да, поставил? Хм. Смотри, что творит, а? Как будто знал, что у меня здесь, ребята, будет вот такая вот штука. Как будто знал. Так, смотри, что мы с тобой сделаем. Вот так вот. Ну и что-то там загрустил Цитрон. Че превращает в случайного зомби? Ну давай посмотрим, кто у нас тут появится. О, даже как. Блин. А посмышленнее кому-нибудь нельзя было выдать-то? Дали мне тоже. Ладно, давай тогда делать по-другому. Слушай, замечательно. Вот сюда поставим. Так, урон мы с тобой получать не будем, потому что у нас есть защитник. Правда, он может его сейчас уничтожить каким-нибудь макаром. Он это сделает. Опа. Ты понял, что он делает? Ага. И вот так вот. Ну, понеслась. Очень много ландшафтов у него, тебе не кажется? А где мои все ландшафты? Вот скажи-ка мне на милость, а? Вот скажи-ка мне на милость, где мои ландшафты? Я их почему-то не вижу. Ну что ты там, Цитрон, жмешься-то? Давай выставляй. О, видишь, какой молодец. Выставил какую-то фигнюху. Так, что нам дальше с тобой сделать? Ага, я в принципе уже знаю. Я в принципе уже знаю. Вот так мы с тобой сделаем. Чего там? Галактических сходов? Ладно, пускай делает. Это тебе не поможет. Можно даже не радоваться. Поехали. Так. Окей. Пока все в шоколаде, друзья мои. Ну что, пора уничтожать, наверное, его, я так понимаю, да? Или как? Или сделаем вот такое вот безумие. Фасолину позвал, зачем? Зачем ты позвал Фасолину? А? Жучара ты. Прикрыться, просто прикрыться, вот для чего. Сработал щит. Ну и что там у тебя? Неуязвимость. 100% тебе говорю, что у него там неуязвимость стоит. И нам остается лишь два варианта. Знаешь, какие?
Смотри. Первый это сделать вот так вот. Через эволюцию уничтожить вот этого халабуду. Ваниль. И поставить вот сюда йети, чтобы вытянуть просто карту. Причем карта неплохая. Так, ананас позвал. Позвал и прокачал его, да? Окей, я тебя понял. И делает неуязвимость. Но я тебе об этом и говорил. Я уже наперед смотрю, ребята, что он там будет делать. Окей. Так. Окей. Еще три в лицо. И уничтожаем, да? Так. Ну, давай думать дальше, что нам делать. Ага, йети. Давай позовем. Ох ты. Как хорошо, ребята. А теперь смотри, что я сейчас сделаю. Я буду призывать куриный бег. Упс. Упс. Я никуда ничего не призову, потому что он мне повысил. Да, друзья мои, он мне повысил. Две. А, он вытягивать будет карту, да? Жестко. А тут он жестко, ребята. Так, хорошо, что у меня есть эволюция, да? Значит, мы с этим ханориком разберемся сейчас. Значит, мы с этим ханориком сейчас разберемся. Мы можем, конечно, немножко по-другому с тобой сделать. Сделать вот так. Ага, сюда, например, поставить. А если сделаю вот так вот? И вот так. А? Что ты на это скажешь, Аркашечка? Ты, наверное, уже почувствовал себя на коне. Ха, мину поставил, молодец. Ой-ой-ой, напугал ты меня как. Как ты меня напугал-то, господи. Давай-давай, убираем эту мину отсюда. Так. Ну что, понеслась, друзья мои? Хопа. Так, у нас зомби становится 5-5. Сейчас мы этого тоже уберем. Ну, три в лицо получим. Но не забывай, что у него карт нету. Ага, и три в лицо нам сейчас еще зарядят здесь. Ну, ничего страшного, мы с тобой можем хильнуться. Мы с тобой можем хильнуться, но сделаем это чуть-чуть попозже. Да? Ну-ка, давай посмотрим, что у него там за карта. Кого он там выставит? Ой-ой-ой, как ты меня напугал-то, а? Я ж, бедненький, бегу, и поджилочки дрожат. На тебе. Так, безумие. Давай сюда вот поставим с тобой. Ваш противник сдался. Ну что же, сдался так сдался. Нам это только на руку, друзья мои. Мы с вами повышаемся до 11 ранга. 20 гемов. Ну, давай, наверное, еще один бой с тобой на дорожку замутим. Надеюсь, победным он будет. Так, ну что, против нас какой-то Джек. Блин, Бонгчой. Смотри, какой жучара, а? Взял Бонгчоя. Соперник вытягивает стартовые карты заново. Ну давай, вытягивай. Блин, этот псих мне не нравится. Первого хода у меня нету практически. Я могу использовать только челюсть зомби, да? На втором уже можно вызвать зомби. И пошло, как говорится, поехало. Так, пропускаем ход, смотрим. Выжидает. Неспроста. Че он хочет? Опа. Опачки, что он творит, ребята? И это плохо. На самом-то деле. Это не есть гуд. Неужели это та самая колода, о которой я думаю, а? Которая будет сейчас прокачивать сама себя с помощью вот этих вот орехов, да? Так, подожди, тут что-то он не стал особо
выпендриваться. Почему, не знаю. Но предположим, если я вызову этого, фигня получается, да? Могу только вот так вот замутить. Да ты запарил. Что у вас за мода пошла вот на этот стручок? Объясни-ка мне, пожалуйста. О, прокачивает этого халабуду. Окей. Поехали. Так, два в лицо. Слушай, что нам с тобой сделать лучше, а? Если я позову этого... Ладно, давай, я рискую, ребята. Угу. Что он сейчас замутит? Вытягивает две карты. У него три энергии еще есть. Так, орех. Поехали. Так, минус два здесь будет, понятное дело, да? Здесь он подобьет мне всех. Так, так. Дальше-то что мы с тобой замутим? Так, зомби-спортсмен. Если мы сделаем... Подожди-ка. Три. И там три, фигня получается. Давай, наверное, вот так вот сделаю. К примеру, да? И вот так. У него есть истерика. Воу-воу-воу, тихо. Обалдеть. Че он делает, друзья мои? Что он вытворяет? Посмотри. Так, надо с ним разобраться будет в ближайшие секунды. А как? Как мне с ним разобраться? Блин, я не знаю. Ну, первый выстрел у нас заблокируется, да? А вот второй-то... Второй никак не заблокировать. Перемещает растения. Ха-ха-ха. Слушай, есть у меня одна задумка, друзья мои. К примеру. Блин, бонусную атаку делает. Как вот мне его побить? Объясни-ка. Как мне его подбить? Если я вот этого, например, убираю отсюда, да? К примеру. Так. Дальше. Вот этого вот Хариуса я выставляю вот сюда. Так. Дальше делаю вот так. И вот так. Живем, ребята. Живем, слава богу. Поехали. Так, и вот так. Отлично. Что он там будет мутить? Ну, я вызову, например, Йети. Ох ты, карта-то какая, ребята, выпала мне. Замечательная. Замечательная карта выпала. Так, решил прокачать, да? Бонусную атаку еще делает. Это плохо. Так, неуязвимость, да? Ну что, поехали тогда. Защита срабатывает. Истерику врубит. У него 100% сейчас истерика будет. Ага, одно хп. Всего лишь одно хп. Ты запарил меня со своим вот этим вот криком, голодранец. Что бы сделать-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я даже не знаю, давай так попробуем, наверное. Если он сейчас меня уничтожит, ребята, он победит. Так, куриные бегают, что он там наносит 2 единицы урона? 2. Так, и охотника. Ну, предположим, уничтожает растения, да, гаденыш? Кого-то взамен поставить, что ли, сюда? Или что? Нет. Нет.
Да как так-то? Да, друзья мои. Тут фейл. Он держал, ты прикинь, этот, вот этот вот плешивый свой удар держал до последнего. А он у него давным-давно был в руке. То есть даже если бы я вот этого поставил, все равно бы он его уничтожил ананасовой бомбой. Ну ладно. Значит, нам придется с тобой еще сделать два боя. Потому что я думаю, мы получим три дополнительные звезды с тобой, да? Ну, как бы две основные и три дополнительные будет. Но видишь, потому что проиграли, у нас счетчик обнулился. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, давай драться дальше. Твою ж налево, а? Ну давай, картошка, ё-моё. Ничего не стал делать, да? Странно. Чё, сумоиста поставим? А он сейчас наверняка свои мины будет везде разбрасывать. Картофельные. Да ведь, бабах, я прав? Конечно же, я прав. Значит, мы просто его отодвинем. Вот и все. И этого тоже отодвинем. Верно? Давай, вот. Вот сюда вот его убери. Надо было в один рядок всех поставить там. И было бы хорошо. Так, ну что же. А, давай дальше думать. Мне даже что поставить никого пока. Ну да. Эти две мины здесь стоят. Неприкаянные. О, как он сделал, да? Он сделал такой довольный, думает, ай, как хорошо, я росточек посадил. Но не тут-то было. Так, что бы нам с тобой дальше сделать, а? Ну, к примеру, я вот так поставлю. Уничтожим с тобой одну минку, так уж и быть. Пока у нас неуязвимость, да, с тобой есть. Ты посмотри, а, вот у них мания это у всех. Ставить вот эти стручки. Так, понеслась, ребята. Что нам делать с этим, а? Что нам делать с этим? С этим мы с тобой, наверное... Так, хильнемся. Окей. Одна единица энергии. Так, наносит. Так, слушай, у него все с картами-то вообще тю-тю. Ну, покачает он сейчас свою эту мину. Молодец, красавчик. Я что могу сказать еще тебе, парень? Но нанесешь ты мне сейчас 5 единиц урона. Максимальное количество, которое ты можешь себе позволить. Все на этом, да? А я сделаю вот так вот. Выставлю сюда йети. Вытяну сейчас карту. Причем неплохую карту вытяну. 3-5. О, он прикрылся орехом. Орех мы этот с тобой вон туда уберем. Да? Как вариантик. Опа. Выпала нам курочка с тобой. Уничтожаем этот ананас. Так, 11 хп. Продолжаем разговор. Так, ну что, сделаем, наверное, с тобой. Подожди-ка. Вот так. Наносит 5 единиц урона. И все. Все, ребята, что он мог сделать. А мы убираем с тобой вот этот ряд. Вот таким вот образом. Все. Так, одна единичка в лицо нам достается. И мы теперь расставляемся с тобой по полной программе. Выставляем этого. Выставляем этого. Прокачиваемся. Отлично. Ох ты, надо же, кого он вызвал. И росточек, молодец, красавчик. Поехали. Так, три в лицо. Кто тут вылупится у тебя, а? Ну-ка, покажи мне. О-о-о. Друзья мои, у него вылупился здесь огурец. Ну что, тогда мы сделаем с тобой вот так. И вот так. Прикрылся, да?
Предположим, ребята, предположим. Так. Поехали. Раз. И два. Пора лечиться, все. Хорош на нее любоваться, ребят. Сейчас сделаем с тобой отхил. Что у нас там за карта? О, рок-н-ролльщик. И вот этого поставим с тобой сюда, все. Давай хиляться. Нам хватит и на отхил, и на усиление. Трындец какой-то, что это такое, я не понимаю, а? Что это за ужасы? Так, ну что, хиляемся с тобой, да? И бафаемся, точнее апаемся. Поехали. Так, он сейчас поставит свою мину. Куда он ее влепит? Сюда только если. Ну или сюда. Перемещаешь растение свое. Ты думаешь, это тебе поможет? Нет, конечно. Да, друзья мои. Ну здесь, конечно, хорошо мы тут разорвали. Видимо, ему тоже не повезло с колодой, как у меня раньше. Так, и нам остается сделать всего лишь один поединок. И 12-й ранг у нас будет с собой в кармане. Я надеюсь на это, потому что я все время хочу, 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 и у меня все время не получается. И опять у нас орех. Зегна какая-то против нас будет драться. Зегна. Зигота, ё-моё. Так, можно мне что-нибудь такое послабже? Дайте мне, пожалуйста. Твою ж налево, ну... Ну как вот так вот можно, а, ребят? Вот я проигрываю только лишь из-за того, что изначально мне дают вот такие вот мощные карты. И я не могу сделать первый ход. Даже второго не могу здесь сделать. А этот орех, он облизывается. В плане, блин. Он мне карту сейчас даст, так ведь? Ага. Спасибо, блин, большое. Карта просто чумовая, блин. Ну вы издеваетесь, что ли, блин? Орехом прикрылся. Это плохо, ребята. Это плохо, что он орехом прикрылся. Что я могу сделать? Могу сделать вот так вот. Просто хотя бы не получить урон. Мина? Это интересно. Зачем он сюда поставил мину? Хм. Для чего? Если я сделаю вот так. И вот так. Опачки. Выдали, да? Пока нам некого копировать. Пока. Да ты запарил, блин. Ты смотри, что, а? Выставил орех. Вытянул карту, он, соответственно, уничтожит мне маленького моего зомбика. Тут, конечно, тоже уничтожит. Так, вот теперь самое время веселиться, наверное, да? Я так понимаю. Если мы поставим с тобой сюда йети. Нет, нам этого не надо делать. Или надо? А может быть, нам лучше вот так вот сделать? Хопа. Так, этот зомби копирует. Давай вот этого, пожалуйста, скопируй мне. Ага, так-то оно будет получше. Ну и что ты сразу там задумался, орех? Ты мне нанесешь 4 в лицо, да? У меня сработает защита. Да. Все равно как-то не особо хорошо получается. Думает, вырабатывает стратегию. Сейчас думает, кого бы поставить сюда, чтобы уничтожить этого. Если бы вот зомбариха вот это еще копировала бы все статы, да, то есть безумие плюс броню, было бы вообще идеально. А так она чисто атаку и хп копирует. Да ладно, орех, хорош. Да ну, быть такого не может. Чтобы он сдался. Ты серьезно?
Тьфу ты нафиг, ребят, ну... А, не, созрел. Все, ребята, он созрел, молодец, красавчик. Играем далее. Так, пора вот этого говнюка отсюда убрать. Так. Угу. Что нам дальше с тобой делать? О, смотри-ка, что у нас тут с тобой есть. А может быть, нам сделать немножко по-другому? Нет, никаких по-другому. Никаких... Ёпарасоте. Так, орех там получает здоровье, да? И этот тоже получает здоровье. Опа. Кого мы видим здесь, друзья мои? Ну, слава богу, здесь неуязвимка у нас. Получим только лишь два в лицо. Только лишь два в лицо. Но это тоже неприятно, согласись. Так, у него еще... Не знаю, тут, наверное, неуязвимость, скорее всего. Так, 4 энергии требуется для того, чтобы убрать вот этот ряд. 4 энергии, то есть я могу поставить сюда. Блин, вот сюда зомби. Чисто для понта, ребята. Смотрим. Ведь должен же сработать, да, по идее? Вот на этот ряд я возложу, и вот эти вот гаврики уберутся отсюда. У меня всего лишь 7 хп. То есть одно неловкое движение неправильно, и меня тут разнесут в хламину. Хила нету. Да что ж ты будешь делать-то? Он думает там по 3 часа, ты посмотри. Специально, что ли, провоцирует меня, а? И в то же время ему остается, смотри, у него 12 хп, если мы выстрелим, да? 6 урона. Так, а я так и думал, ребята. Я так и думал, что он будет использовать неуязвимость свою. Блин, плюс прикрылся орехом. Слушай, тогда нам выгоднее, наверное... Блин. Здесь или здесь? Не, наверное, все-таки я так сделаю. Поехали. Так, подбил, да? Окей. Так, у нас хил есть, друзья мои. Лечимся. И, наверное, сделаем вот так. Пока другого варианта не вижу. Друзья мои, пока ничего хорошего не наклевывается. С картами беда. Опа. Смотри, что творит. Понял? Вот так вот он может сделать. Дальше. Делает шаманство. То есть продлевает жизнь, да, своему этому растению. Плюс вытянул карту. Перемещает зомби и получает еще... Ага. Вот даже как. Хм. Ну ладно. А дальше что? Ничего дальше абсолютно. Блин, жалко йети, конечно. Так, сейчас два в лицо. Ох ты, что у нас тут выпало, ребята? Зомбобот. Ну, давай посмотрим. Противник сдался. Увидел зомбобота и убежал, друзья мои. Просто испугался. И это был 14-й ранг у нашего противника. Ну что же, ребятушки. Я вам скажу одно. Игра сегодня была неплоха. Мы поднялись с тобой до 10 ранга. В серебряной мы с тобой уже лиги. И будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.